Бутылка с коктейльной трубочкой и стакан. Вот такая конструкция. Голову, что мы отрезали. Бутылки сделали отверстие, как и сделали туда соломину. И закрепить ее можно с помощью пластилина или... Или термоклея, правильно? Теперь надо что сделать? Тебе надо налить внутрь этого сосуда воды. Доливай чуть выше соломинки. На, держи. И лей на вторая рука тебе на что? Наливай. Повыше только, чтобы мы видели, что происходит. Да? Лей. Воды не хватит. Хватит воды? Ага. О, выливается. Дальше тебе нужно накрыть перевернутым стаканом эту трубочку. То есть вода выливается, когда доходит до верхней трубочки. Но когда мы погружаем стакан, подгружает одна дно. Выдавливается воздух через соломинку. То есть мы, погружая стакан, выдавливаем через соломинку воздух. Внутри стакан создается зона пониженного давления, атмосферное давление заталкивает внутрь стакана окружающую воду. Она поднимается выше через низ стакана. То есть внутри стакана, видишь, мало воздуха. Атмосфера давит сильно снаружи. И она эту воду вокруг выдавливает внутрь стакана. Эта вода поднимается внутри стакана, доходит до вершины трубочки и выливается. Это тоже действие атмосферного давления. Все вернулось, вылилось больше, чем половина, правильно? Спасибо большое. Это